21.00, мой вечерний перекус. У меня сегодня клубника со сметаной. И ложечку сахара я насыпал. Люблю я вот так вкусненько, чтобы было. Вот такой вот получается вечерний перекус. Сладенький, вкусненький. Зато буду спать крепко и спокойно. Без нервов, без срывов возле холодильника. Приятного всем аппетита. Спокойной ночи. Удачного. 9.30, мой перекус. Традиционный пол-лаваша, творог, а внутри клубника. Ребята, это так вкусненько, 5 минут на сковородке, лучше перекуса не придумать для худеющих. Смотрите, чашечка черного кофе натурального и пол ложечки сахара. Все, скушали, сытые, довольные, худые, стройные, красивые. 9.30, мой перекус, у меня сегодня пирог покупной, меня угостили, поэтому я не могу съесть такой большой кусок, как я обычно кушаю, потому что здесь очень много жирного и сладкого, поэтому отрезается вот пополам мы, вот такой был кусочек, мы с девушкой пополам его, и вот это будет более-менее нормальная порция для похудения. Чашечка черного кофе натурального и пол ложечки сахара. 9.30, мой перекус. У меня сегодня вот такой вот пирог-запеканка с персиками и какао я добавил. Вот такой вот. А сверху кокосовый топпинг для красоты и вкуса. Такой замечательный кусочек у меня вкусненький. И чашечка черного натурального кофе, бразильская Сантос у меня. И пол ложечки сахара. 21.00, мой вечерний перекус. У меня сегодня 5 вот таких средних, небольших абрикос. Естественно, абрикоски я буду есть без кефира, потому что может среагировать неожиданно. Просто 5 абрикос и все. И спать потом в 11 ложусь я. Приятного всем сна. Удачного похудения. 9.30, мой перекус, у меня сегодня пол лавашика, творог внутри и свежие сливы. Начались сливы, я обожаю сливы, очень полезные, вкусные. Я их положил туда, завернул лавашик, немножко обжарил на сковородочке с четырех сторон и налил себе чашечку черного кофе натурально. Тут пол ложечки сахара. Приятного всем аппетита. 21.00, мой вечерний перекус. У меня сегодня 4 вот такие крупные сливы. Кефир пить не буду сегодня, потому что, ну, как бы кефир со сливами, наверное, не сочетается. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. 9.30, мой перекус. У меня сегодня не очень красивый перекус, но очень вкусный, ребят. Это получается творожная запеканка со сливами, свежими сливами. Не знаю, как так получилось. Ну, во-первых, у меня форма была другая, и что-то плохо от нее отлипло. А во-вторых, сливы дали очень сок, и оно вверх поднялось, и получается за... карамелизировалась. Вот видите, сзади там такое черненькое. Ну, пирог очень сочный получился и вкусный. Сверху я его вот так украсил, чтобы безобразие скрыть. Ну, безобразие тут скрыть никак не удастся. Чашечка черного кофе натурального и пол ложечки сахара. 21.00, мой вечерний перекус. У меня сегодня малина, смешанная с кефирчиком. Получился йогурт. Вот видите, густой. Тут малины больше, чем кефира. И никакого сахара я сюда не добавляю. Привыкните кушать без сахара, и будет у вас все хорошо. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопец». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем.